Не отпускают прошлые грехи. Я исповедовала их, но постоянно вспоминаю. Еще во снах бесы мучают блудными снами. От этого еще хуже становится. Как сделать, чтобы прошлое не мучило? Только покаяние. Исповедоваться хорошо. Для начала покаяние это еще важно. Ну вот, теперь, когда душа отравлена, это довольно трудно. Много надо потерпеть. Может быть, придется всю жизнь. То есть, коли уж Господь тебе дал такие воспоминания, как некое напоминание. Как женщина, сделавшая аборт, а многие и уже до старости глубокой, как забудешь, что ты убил собственного ребенка? Тем более с годами ценность этого ребенка только возрастает. Это раз. А во-вторых, у тебя может другой ребенок умереть. Сейчас бы тот бы жил, а ты его убила. Никуда та-та-та. И как это забыть-то, я не понимаю. Ну, не то, чтобы забыть, как вот спрашивают, как не мучиться. Ну, не мучиться. Это... Таких обезболивающих для души нету. Помогай только людям. Только просить у Бога прощения. Нет, милостыня – хорошее дело. Она облегчит положение. Но только освободить может только Господь.